Как и полагается, ранее божественная литургия началась еще за полночь. Главная идея праздника – рождение Богомладенца Иисуса Христа. Ровно в 12 часов в храме раздалось праздничное песнопение, посвященное этому событию. К торжественному моменту в Спасо-Преображенском храме собралось несколько сотен верующих. Отрадно отметить, что среди молящихся было очень много молодежи. В Димитровграде Сергей Петряков считает, что обращаются к Богу осмысленно. Церковь формирует духовное наследие человечества. Может, для самосовершенства, для утверждения своих принципов и моральных убеждений. Первые минуты Рождества Христова во всех православных храмах Димитровграда, так же, как и по всей России, прошли праздничные богослужения. Татьяна Балунева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.